Дорогие друзья, всем привет! Я хотел бы сделать небольшое заявление и попросить у вас помощи, потому что она сейчас нужна как никогда. Все вы знаете, что для музыкальных инструментов нужно техническое обслуживание, в принципе, как и для автомобилей. Но в отличие от автомобильных мастеров, наших мастеров небольшое количество. И так получилось, что один мастер, который делает гармошки, отрезал себе две фаланги на левой руке и находится сейчас в больнице. Юрий Владимирович Никитин. Он из Подмосковья, и сейчас он не может работать. Хотел бы вас попросить о помощи, кто может 50 рублей, 100 рублей, без разницы, какие деньги скинуть на эту карту, которую вы сейчас видите перед собой. Эта карта записана на меня, Вилков Павел Алексеевич. Я обязуюсь все финансы, которые мы с вами соберем, отправить этому человеку и выложить видео или что-то такое, чтобы подтвердить, что эти деньги все отправил. Если кто-то не может отправить какие-то финансы, то прошу вас написать какие-то слова поддержки, может быть, и указать под этим видео, то есть написать в комментарии. И я тоже сделаю ему принт-скрин и тоже это все дело отправлю. Думаю, что ему будет очень приятно. Ему нужны сейчас силы на восстановление и, самое главное, моральные силы. Все, дорогие друзья, всем спасибо огромное за внимание. Берегите свое здоровье, а музыканты особенно берегите свои руки.